В Махачкале задержан наркокурьер. Сотрудники полиции заметили гражданина по проспекту Акушинского, поведение которого вызвало у правоохранителей подозрение. При личном досмотре у мужчины было обнаружено более 150 граммов мефедрона. Это 700 разовых доз. Кроме того, задержанный назвал координаты более 380 закладок на территории города Махачкалы. По его словам, в одном из мессенджеров социальной сети куратор скидывал ему адрес оптовой закладки, которую он забирал, расфасовывал на более мелкие партии и сбывал путем совершения закладок.